Фанфары, занавес. На сцене солистка оркестра «Подмосковные вечера» Катерина Нефедова. Сегодня она работает в новом для себя формате, без зрителей, без аплодисментов. Певица призналась, чувствует себя словно на съемочной площадке. Я себя чувствую как актриса на съемочной площадке. Ведь там нет зрителей, там только партнеры, там команда съемочная. Да? И актеры все равно, они работают на пределе своих сил и возможностей, потому что они в своем воображении видят вот эту тысячную, может быть, миллионную зрительскую аудиторию, и они стараются, все выдать, что могут. Видеоконцерт «Победа за нами» Катерина готовила с особой тщательностью. Прорабатывала каждую песню, подбирала материал, писала связки между номерами. В результате получился получасовой моноспектакль. Я ведь не историк, я певица. И мне хотелось каждую песню повернуть немножко под другим углом. Всем нам известные песни, мы к ним привыкли. Мы уже не привыкли вслушиваться в эти слова. Но я их повернула так, что каждая песня у меня олицетворяет и отражает определенный этап вот этой московской битвы. Проведение массовых мероприятий пока остается под запретом, а это значит, что увидеть концерт «Победа за нами» можно будет на официальном канале Дома культуры «Солнечный» 4 декабря в 18 часов. Приятного просмотра! Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».